помимо самих дворовых территорий, где, ну так скажем, стандартный работ, объем работ, ну то есть это озеленение, там, значит, дороги, какие-то малоархитектурные формы, еще плюс дополнительно 150 метров подъездных путей, которые начинаются от пятой школы, проходят мимо детского сада и доходят до вот этих территорий. Так, если географически, вот где компенсатор, то есть вот через, ну, теплотрассы компенсатор, то есть вот через этот компенсатор к этим дворам. Стоит отметить, что ранее власти Канска асфальтировали только внутридворовые подъезды. Добавим, подрядчик, который в рамках программы «Комфортная городская среда» займется ремонтом дворов, уже определен. Это красноярская организация ООО «БАМСТРОЙ». Сроки начала работ 1 июня, окончание 31 августа.